в лес, костерчик, сосиски пожарим. Я тебе больше не... Такой ты копать, я тебе больше не надо ни хрена ничего. Это уже... Да, кстати. Первая монетка, и все, и привал. И, в общем, ну, сам видишь, что ли, ну, что, Володь, ну, что, копать, где копать? Тут снег, блин, знаешь, задержались. Привет, друзья! Вы на канале Кладоискатель Эволюция Поиска. Меня зовут Юрий. Сегодня мы приехали в место. Наверняка те, кто смотрел видео Владимира Порываева, где-то по осени, по глубокой, они приезжали сюда с оператором. Толя зовут и Димой. Приезжали на это место. Это место я вычислил. Вот. Ну, решил пройти по следам Порываева и посмотреть, что же в этом лесу такого интересного, чтобы могло заинтересовать Володя. Да, там, конечно, было в видео несколько показано в лесу несколько фундаментов. Вот, Володя на дороге нашел монеты медные, там 24-го года, там около 8-9 монет кошелек. Вот. Ну, естественно, здесь местность лес, куда ходил Порываев Владимир со своей группой. И, соответственно, четко по его следам мы все равно не пройдем, но интересно, решил посетить, так как дачные участки у меня недалеко, вот, и вот я как бы спланировал эту поездку. Там в одном сюжете с Порываевым стоял Дмитрий и в начале ролика и пил пиво. Потому что кто-то приезжает поздно. Толь, зайдем сейчас в лес, костерчик, сосиски пожарим. Я тебе больше не... Такой ты копать, я тебе больше не надо ни хрена ничего. Это уже... Да, кстати. Первая монетка, и все, и привал. И, в общем, ну, сам видишь, что ли. Ну, что, Володь, ну, что, копать, где копать? Тут снег, блин, знаешь, задержались. So out of breath, we could never keep it. Не, ну это понятно, в общем-то такой, наверное, крайний у нас такой коп, наверное, последний в этом сезоне. Но уже хорошо, что выбрались. Потому что я сейчас нашим этим братьям-комрадам покажу, комрадам покажу, комрадам покажу, комрадам покажу. Ну, в общем-то, экстремально достаточно. Снега хватает. То есть, в общем-то, в России зима. Ну, на Украине, где мы копаем в последнее время. Вот так вот. Такие вот дела вот. Чебоксар. Ладно, Санта, Чебоксар, ты бутылку только это потом забери. 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 И вот это пиво, бутылка. Видите, валяется здесь. Володя сказал поднять, Дима не поднял. Потом забирай, не забудь забрать. Если не ошибаюсь, это
та бутылка, которую пил, из которой пил Дима. И вот от нее след. Дима просто на нее наступил, видимо. И все. И на этом все пошли дальше копать. Ну все, давайте тогда это. Погнали, братика, брата. Ну, а как я вычислил место? То вот там, вдали, есть строение. И оно характерное. Оно характерное только для этой местности. И оно особенное. Если приблизить кадр, то будет видно, что там недостроенное строение с сверхподнятыми такими штоками столбов. Ну все, давайте тогда это. Погнали. И слева насыпь от строения, и справа ангарчик небольшой. Таким образом, когда Владимир двигался по трассе, я проследил направление, и так как Владимир сам сказал, что далеко они не ездили, стал прочесывать по Google картам эту местность. И нашел это строение. Вот и решил сегодняшний коп провести немного часов в этом лесу. Ну ладно, смотрим, не переключаемся. Что будет дальше, посмотрим. А мы смотрим, эту бутылочку я заберу с собой, потом уже в мусорку выкину. Не сорите там, где вы копаете, друзья. Сигналы были, нашел, не стал показывать вам всякие приблуды. Это и пуговички с какой-то рубашки. Вот. Ну, скорее всего, более они современные, там что-то по импортному написано. Вот и сейчас был сигнал 79-80, больше 79. И вот смотрите, выпал значок. Видите? О! С дедушком Лениным в ЛКСМ. Ну, сзади сломан. Нету застежечки. Вот так, значочек целенький. Вот, ладно, что будет, покажем, что не будет, не увидите, ищем дальше. И был очень слабый сигнал, я, как правило, такие сигналы копаю в любом случае, и не зря копнул, кто-то вылетел, давайте смотреть. Так, глубина, в принципе, была большая, я ее поднял, считаю, самого низа, глубина где-то штык. Ну, почти штык, не совсем, конечно. И вот, смотрите, не знаю, что это. Вот, сигнал звучания прибора. Семьдесят один, более-менее. И где-то на сантиметрах 30 затихает. Вот он где-то такой был слабенький, 50 с чем-то показывал, 60. Пока я без очков, но может это даже не монетка, либо какой-то совет, что не менее предположительно. По желтизне видно, что как будто это, да, это совет, хотя советы 3 копейки, скорее всего, 3 копейки. 49-го года, 3 копеечки. Не в очень хорошем сохране, обычно они попадаются в более консервированном сохране.
уже что-то уже есть. Но это не факт, что монеты и всякого характера исторические ценности будут попадаться так быстро и часто. Ну ладно, не будем терять время. Ну что, друзья, был опять сигнал. Не успел я отойти от этой ямки. Вот я ее закопал, эту ямочку. И буквально в 2 метрах был еще сигнальчик. Но, опять же, скажу, сигнал был более расположен совет. Ну вот, сигнал был 62-60. Вот монеточка. Да, это советы, сразу видно орел. И это поздние советы. Это поздние советы. Везет мне на советы. И это... Может быть, даже та была 5 копеек, а это 3 копейки. И это 80-е года, походу. 80-е, 86-й год. Ну что, ребята, еще был сигнал. Вообще копать не хотел. Но порой, наверное, следует копать то, чего не хочешь. Ну, это, скорее всего, совет. Правда, на вид он как царек, потому что зеленый. Советы редко бывают зелеными, но попадаются. И вот смотрим. Выскочила монетосинка. Сейчас я ее сам глазами найду. Да, вот она. Видите? Вот она, монетосинка. Видите? Она зеленая. Всем пока понятно. Но желтизна проскакивает. Да, это рамочник. 15 копеек. Рамочник. Просто от времени он стал каким-то желтым, зеленым от удобрений. Дальше, значит, дальше. Идем и ищем. Прошел около 50 метров. И вот сигнальчик такой красивый. Вот, смотрите. 90 на монету. Четкий сигнал. Смотрим, что это. Вот она, красавица. Только, может быть, она лысая красавица. Да. Что-то есть этот царизм. Но сейчас попробуем, попрыскаем. Подождите. Ну что, друзья, это деньга 1743 года. Конечно, состояние плачевное. Но вот такая вот денежка. Больше тереть ее не будем. Ну, что есть, то есть. Ну что, друзья, пока ходил, сигнальчик промелькнул. И вот выскочила вот такая вот пугочка-гирька. Видите, ушко обломано. Вот, пока не чистил. Не знаю, какая она. Ну, должна быть с узором, потому что широкая, не конусообразная. Вот видите. Вот такая вот красоточка. Да, там видно какой-то узор. Ну что, еще был сигнальчик прям недалеко от пуговички гирьки. Вот. Но думаю, копну. Он лежит. Я только ее перевернул. Вот видите, с ушком.
ушко целое. Здесь не видно. Нет, рисунок есть какой-то. Нет, друзья, пуговица лысая. Она вообще без узора, сама по себе такая. Но с ушечком. И древнегреческая. Закончил я свой коп. Если так назвать копом. Как прошвырнулся. Ну, вот результат. Всякого шмурду. Гвоздей кованых. Всяких пулек такого калибра. Всякой дроби. Пуговиц. Вот из монет это вот деньга 1743-го. Ну, 15 копеек. Ранние советы. 5 копеек. 3 копейки. Поздние советы. Пуговица гирька. И обычная. Просто без узора пуговица. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Не прощаюсь. Всем пока. Всем привет. Огромный. Хабара побольше и монеток ценных под катушку. Удачи!